Доброе утро, друзья! Сегодня у нас, дай бог памяти, 15 марта 2017 год. Утро, мы все вместе, у нас каникулы, напоминаю, сегодня третий день, и мы все вместе выезжаем. Я отвожу Костю на работу, и я еду к моей подруге с детьми. У нас будет большой-большой плейдейт на целый день практически. Уже аж когда Костю нужно будет забирать с работы, я его заберу. Вот я что-то укладывала себе утром, укладывала, но что-то как-то оно еще не улеглось. Вот. И все. В общем, короче, одним словом, Свет, мы поиграем, детки поиграют, мы с моей подругой пообщаемся, насколько это нам удастся, потому что помещение небольшое, куда мы идем, и детки у нас активные. Ну, девочки маленькие, они как бы будут тихонечко сидеть, у них обычно нет проблем, а вот мальчишки, не знаю, как нам удастся их утихомирить. Вот, так что, в принципе, план такой, что на целый день практически едем туда. Посмотрю, что, может быть, какие-то отрывочки, конечно, покажу. Пожалуйста, смотри, какую тебе Орлечка корону сделала. А какая юбочка! Габи, посмотри на меня. Сейчас сюда мы это приклеим. Вот сюда сама приклеим. Молодец. Очень красиво. Давай еще. У нас Габи, королева весны. Уже скоро придет, пусть весна. Давай. Это куда? А это вот сюда. Молодец, очень хорошо. Так, сколько у нас уже листиков? Посчитай. Сколько? Посчитай. One. And. Two. Молодец, молодец. Габуся, идем. Вот это вот третий листочек. Давай вот сюда. Куда ты хочешь? Вот сюда? Вот сюда. Ага. Очень красиво. И четвертый листик мы куда приклеим? На, держи. Ой. Ну, куда? Вот сюда? Ну, давай. Вот. Ой, красиво. Все, Габи, одевай. Пошли смотреть в зеркало, как красиво. Идем в зеркало. Вау, ой, Габи. Какая у нас королевна! Королевна! Здравствуйте, королева весны. Где же весна? Где весна? Почему на улице снежок? Покажись маме. Посмотри на меня, бусинка. А давай потом красивая девочка. Фотографируем ребенка и подправим бабушке. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Никуда, никуда, сотни лет все ветры возвращаются. Сегодня по доброй традиции мы еще заехали с Костей в Костко. Он пошел с детьми заправляться, а я первая зайду и скуплюсь немножко. Для барбекю какая-то классная штука. Что это? А, это лопатка чистить решетки. Ой, прикольно. 20 баксов. Деревянная такая вот, как она называется, ну не лопатка, а весло, весло. Классно. Прикольненько. Так, мне нужно взять Q-tips по $11. Вот три упаковочки по 625 в каждой. 1875. Вот возьмем, они мне нужны были. Мне так ничего в принципе не нужно.
Бокальчики прикольные, одноразовые, такие красивые. Рюмахи такие, рюмашечки. Очень красивая одноразовая посуда. Вот так, если на вечеринку куда-то. Прикольно. Так, я, наверное, попробую взять вот этот 3M Stainless Steel. Вот полировочку, видите, чтобы вот все ваши эплайнсы блестели, были чистые. У меня же дети за лапки, и я все время протираю, но надо что-то более такое красивое, чтобы блестело. Попробую взять $7. Ну, это такой надолго вклад. Возьмем его. Вот эти есть сегодня по скидке вместо 16 12 49. Вот эти вот губочки такие хорошие. Но я их не буду брать. Пока что у меня там еще есть то, что мне по акции прислали. Вот опять хлорка. Она, конечно, мне все-таки нужна. Я, наверное, ее разберу по отдельности. Бутылки вытащу и возьму. Она 6,69 стоит. 6,69, да. Вы знаете, что я никогда не беру? Это рис в Костко. Он дорогой. Раньше брала. А теперь беру в обычном магазине. Можно те же 5 килограмм, 4-5 килограмм купить по скидке по $6. Хороший басмати рис. Здесь тоже вот этот, хорошая фирма басмати. Но $12, 5 килограмм. Дорого. Так, сегодня я ничего не беру. Вот эту вот мою рыбку разобрали. Так, здесь я хочу взять сегодня макарончики. Какие я возьму? Так, эти у меня еще есть, ньокки. Эти у меня макароны есть. Вот эти я не хочу. Пенны, они простые. Здесь были такие яичные. А где они? Их нет, пойду поищу. Вот я созрела, а макаронов этих нет. Так, что здесь у нас есть по томатам? Окей, возьму эту упаковочку, пусть у меня будет 10,99, 12 штук по 150. Это так же, как если я раздельно буду покупать. Но у меня просто уходит он по-дикому. Пусть будет. Пусть будет. Макарошек моих нема. Нету. Так, кешью 16,99, $17. Попробую взять, посмотрим. Я сомневаюсь, но я буду смотреть еще по бюджету, как сегодня у меня будет. То у меня пока не густо сегодня. Но надеюсь, что так и будет. Но мне сегодня, правда, надо там мясного кое-что побольше. Потому что мне нужны какие-то, вы знаете, пожойки. У меня все закончилось. И мои вот эти финики, манго. Я не хочу брать, он очень сладкий. Блюберис я не люблю, блюберис. Вот эти еще коконат, очень хорошие коконаты, которые я брала. Не знаю, не буду брать их сегодня. Сливки я не люблю. Так, сейчас поищу паприку. 13,9. Паприка. Возьмем. Ну, что-то не может настроиться. Короче, паприка. Вот мне спрашивали, киркландовская chopped onion 4,79. Вот так он выглядит. Сухой лук. Он очень хороший. Здесь нету ошметьев никаких. Я беру дешевле, но с ошметьями и больше. Я беру там почти полкило. 800 грамм даже. Так что вот кто хотел, Костка. Так, Филадельфия сегодня вместо 8,79, 2,20 скидка, 6,59. Я возьму, у меня как раз закончилось, пусть будет. Так, Smoked Wiener 7,99, сосисочки я возьму. Еще хотела сделать как раз оливье на этой, на конец недели туда. Давайте возьмем, интересно, здесь 2 килограмма. Возьмем из глубины. То кажется, что я кто-то выдержал. Так. Вот его возьмем. И тут же сразу мой микс, который закончился. Любит Габи 8,99. Микс овощей. Его тоже берем.
Все, пошли дальше. Так, еще мы взяли молочко. Оно 4,25 обычная цена стоит. Так, ну что, 9,99. Коттед чиз беру. Немножко какая-то другая упаковка. Кажется, что он меньше. Ну, возьмем. В прошлый раз я не брала. Возьмем в этот раз. Приближаемся к отделу мяска. Так, пока что я взяла две упаковки фарша свиного. Одна упаковка на $13, вторая тоже на $13. В каждой упаковке по... Здесь не видно, по 2, почти по 3 килограмма. 4,60 килограмм свиного фарша. Ну вот 6 килограмм. Наверное, пока что это все, что я взяла. Что-то больше ничего не хочется брать. Куриное есть у меня. Так, еще, как всегда, банана бред 5,99 и булочки 5,49. Так, 4,99 грибочки я возьму на нарезанные мини Беллос эти. Буду делать с ними Альфреда к ньоке моим. 6,50 мой салатик любимый. 7 Superfoods. Кейл салат, кейл. Так, ну немножко вроде так заполнилось. Но не густо. Так, возьму сегодня еще также Red Delicious. Получается доллар за паунд. Они выращены в Онтарио. Так, все, мы закончили. Страшный ветер. Дети в машине. Неожиданно попали сегодня в Костко. В конце взяла я эти орешки. Счет у нас получился на $200. Но включая что? Плитку. Мы еще взяли плитку пробную. Tails называется. На Backsplash на кухню. Вот. Взяли упаковочку $30 попробовать. Так что 200 минус 30. Я нормально справилась сегодня. Чем очень довольна, чему. Так, я возьму кушали немножко. Возьму с собой кофе. И... какой ветер! Так, я пойду. Ой! Так, все. Загрузили бэк. Машины полностью весь, так, все еще хлорочка у нас. 15 литров. Молодец. Мой герой. Мой Рэмбо. Мой Рэмбо. Да. Ребята, вы не представляете, мы сейчас еще, у нас время 7 часов. И сегодня я вроде как поживее, чем вчера. Вчера была просто спячка. Мы решили еще в Икею заехать, потому что Икея здесь прям рядом находится, возле Костка. Вот, ну, правда, здесь ее не видно, но буквально вот там вот через дорогу, мы сейчас проедем через этот мост, заедем в Икею. Просто пройдемся, такое настроение какое-то праздничное, хотя праздника нету, просто уже светло, во-первых. День зарплаты сегодня был у Кости, у него всегда праздник, он его ждет 2 раза в месяц, это самые праздничные дни его месяца. Вот, и... В общем, светло, во-первых, и мы поели сейчас в Коска, и настроение, так что можно прогуляться, что домой ехать сидеть. Так прогуляемся в Икее, просто. Надеемся, что они еще должны быть открыты. Так, все, обычный день, вечер, Икея. Ну, есть машины, но немного, не как на выходных. На выходных до сюда все поставлено. Кто? Там что было выкинуто. Бумаги какие-то. Все, Икея, приехали. Ребенок напился воды сладкой, у нее теперь весело. Да, Эдоша? Что, Эдоша, ты хотел сказать? It's not like... Да, Эдо до сих пор помнит, как Габи потерялась. Он говорит, мама, это Габи потерялась. Значит, нету много машин, нету много людей, значит, мы не заблудимся. Что в прошлый раз, когда мы были, было очень много народу. И она просто затерялась. Пойдем сразу входа проявлять. Там где-то кряски задвинуты, там занято все. А вот, ну, в общем, короче, да. Ой, и какое солнышко. Я его люблю, когда я не сижу за рулем. Потому что когда я сижу за рулем, оно меня в глаза прямо светит. А так что, сынок? Да, конечно. Мы просто гуляем. Габи всегда может заблудиться, поэтому нужно быть внимательными, всегда за ней следить. Хорошо? Ну, я знаю, как вас найти, потому что у меня есть телефон и то. О, но я мои айс, папа. Ну все, отлично. Значит, мы не заблудимся. Поехали. Yeah.
приехали, приехали. Курточки оставили в раздевалочке, чтобы не париться. Карам! Последний отдел. Отдел 50% скидок. Выставочный вариант. То, что вернули, называется Take it as is. Посмотрим, что принесли сегодня сюда. Все, закончили в Икее со счетом 5,97. Это вечер, мы закончили уже в Икее. Все обошлось покупкой ежика для унитаза. Я хочу сегодня заменить, у меня один есть и еще один, два заменю. И купили еще полотенечки мне свежие. В кухонку. Мне нужно было, потому что я все-таки выбросила. И надо было купить. Так я взяла просто, пусть будут. Надо будет еще взять других каких-нибудь. Так что мы едем домой. Время уже 8:20. По новому времени, по старому, в принципе, час назад. Но детей уже, как говорится, bed time, как Габи говорит. И поэтому будем сейчас уже укладываться. Поэтому желаю вам доброго утра, хорошего дня и спокойной ночи. До завтра. Bye!